29-й международный оперный фестиваль имени Михайлова стал уже историей. Он завершился вчера гала-концертом. Главное музыкальное событие сезона посетили любители и ценители оперного искусства со всей республики, в их числе и наша съемочная группа. В гала-концерте приняли участие лучшие голоса России, Германии, Болгарии, Италии, Китая. Море оваций сорвали тенора Южной Африки, солисты из ЮАР и Лесото. Зрители отметили высокий уровень наших вокалистов. Я очень давно не была на наших оперных певцах. Я была потрясена нашими голосами и хором. В преддверии фестиваля в Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга, посвященная нашему земляку. Народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов долгое время пел на сцене Большого театра. Издание выпущено в рамках серии «Замечательные люди Чувашии». Мы видим, что этот фестиваль развивается, он получает популярность. Довольны, что книгу издали. Книгу по этому фестивалю, что действительно на будущий год 30 лет, это же уже большой срок. Послушать оперу вживую в этом году смогли и жители районных центров. В рамках фестиваля выездные концерты прошли в Урнарах, Батыреве, Маргаушах, Красных Читаях и Цивильске. Богдана Дойникова, Павел Редков, Республика.